Кабинетом министров республики принято постановление от 13.07, согласно которому молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищного условия, смогут приобрести жилье по социальной ипотеке. Речь идет о семьях, состоящих в браке, в котором возраст одного из супругов не превышает 35 лет, но в том числе воспитывающих детей, неполных семьях, состоящих из одного родителя, возраст которого не старше 35 лет, имеющего на иждивение ребенка. Эта поддержка, она коснется более чем 6 тысяч молодых семей. Отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодежи. Важен системный подход в их поддержке, особенно сейчас в условиях непростой экономической ситуации. Но мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать улучшению и демографической ситуации, закреплению молодых специалистов в городах, районах республики.